Здравствуйте! По статистике, сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний. В таких случаях требуется помощь эндокринолога. Сегодня мы хотим вас познакомить со специалистом Ларисой Шеблаковой, которая приехала к нам работать на территорию Сахалинской области. Лариса, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас в такой уютной, светлой обстановке. Расскажите, комфортно ли вам работать в поликлинике центральной? Да, действительно, у нас кабинеты большие, просторные, с удобной мебелью. Это наш новый корпус, мы в него заехали совсем недавно. Здесь довольно-таки просторные кабинеты с новым оборудованием. Все сделано для комфорта пациентов и врачей. А давно ли вы переехали на Сахалин? На Сахалин мы приехали в 2019 году в октябре по приглашению от центральной поликлиники. Нас встретили в аэропорту, привезли в заранее арендованную квартиру, то есть все удобно, комфортно. Через неделю нам дали на адаптацию, чтобы, так как часовые пояса разные. Через неделю я вышла на работу. Ребенка в течение 2 недель пристроили в детский садик поблизости, рядом с домом. Ну и то есть достаточно благоприятные для нас условия создали. Ну сейчас мы уже в школу ходим. Вот недавно мы были на встрече с губернатором. Нам помогли попасть в бассейн. То есть нам выдали сертификат, и теперь мы можем посещать бесплатно бассейн. Надо же, губернатор лично встречается с врачами, проводит такие приемы. Да, я думаю, что это очень важно, чтобы руководители наши и наша администрация заботилась о новых специалистах и помогала им с трудоустройством и в целом, чтобы было комфортно людям с точки зрения и социального статуса, то есть в отношении благоустройства, жилья, в отношении образовательной части, по отношению к детям имеется в виду. Ну, то есть такие моменты, которые в жизни неотъемлемы. Нравится ли вам остров? Планируете здесь оставаться, жить, и чтобы жили здесь ваши дети, учились? Да, нам очень нравится. Конечно, природа впечатляет прямо, да. Ну, то есть в любой момент ты можешь летом съездить на море. Нам очень нравится. В целом, будем говорить, город по чистоте. То есть это редко какой город может похвастаться чистотой. Везде летом цветы, какие-то клумбы такие. Ну, очень красиво, да. Отличается, по крайней мере, от того города, с которого я приехала. Очень рады, что у нас остаются такие прекрасные специалисты. Спасибо вам большое. Делайте великое дело. Заботитесь о людях. Спасибо вам. Вам спасибо. Мы гордимся тем, что к нам приезжают талантливые, образованные люди. Сахалинская область – лучшее предложение. С уважением к людям.